По факту перестрелки в Советском районе возбуждены 3 уголовных дела. Об этом сегодня рассказали в Следственном комитете. Напомню, перестрелка произошла 18 июля. Две строительные фирмы не поделили контракт на ремонт Красноярской школы, из-за чего в ход пошло оружие. В результате 2 человека погибли, среди них директор строительной фирмы «Новый город» Владимир Попов. Сам факт перестрелки был квалифицирован как хулиганство. Кроме этого, 2 уголовных дела возбуждены по статье «Убийство». Следствие опровергает информацию о том, что в рамках расследования уголовного дела задержаны более 20 человек. В настоящее время проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление как раз лиц, причастных к совершению данного преступления. То есть я имею в виду хулиганство, а также на установление местонахождения лица, причастного к убийствам.